Большой городской семинар собрал в стенах Центра дополнительного образования педагогов-организаторов, а также молодежных лидеров со всего города. Каждый из них имеет свой опыт работы с социальными сетями, руководствуется определенными стандартами продвижения своего сообщества, своего учебного заведения посредством сети интернет. Важно объединить имеющийся опыт и определить свою стратегию развития этого направления. Этот семинар повысит имидж общественных объединений и реакцию молодежи на это общественное объединение. Ведь не всегда молодежь, она реагирует правильно. Иногда их заставляют даже туда приходить. А когда он будет в социальной сети, везде будет рекламироваться, где-то, может быть, на телевидении будет, это будет повышать имидж, и ребята будут верить в это объединение и будут его продвигать сами через работу в социальных сетях. Сегодня официальные сайты и интернет-странички объединений в социальных сетях являются проводниками их деятельности. Процесс этот многие сравнивают с искусством. Уже мало подобрать красивый шрифт, удобную инфографику, броские заголовки. Важно проводить анализ контента и его аудитории, чтобы предложить стороннему зрителю достойный и при этом доступный продукт. Без интернета сейчас ничего невозможно. И, наверное, даже организация каких-то мероприятий, безусловно, интернет помогает, потому что как привлечение каких-то гостей, связь с гостями, какими-то личными системе, и даже нам в Академии молодежи инициатив помогает, потому что, например, когда нам нужно пригласить какого-то гостя, там, поэта, писателя, мы связываемся в первую очередь по интернету, ВКонтакте, например, еще как-то находим их контакты тоже в интернете, потому что лично мы там не имеем возможности, да, с ними встретиться, и это помогает очень сильно вот в работе даже молодежных организаций. Программу семинара организаторы построили по принципу методической мозаики. Активно использовались групповая и командная работа. Через взаимодействие, в том числе и с представителями молодого поколения, педагоги работали над планами продвижения своих сообществ и отдельных мероприятий. Практика проведения подобных семинаров будет продолжена. Они позволят расширить представленность учебных заведений и общественных объединений на просторах интернета.